Блин, ну человек 20 тут внизу уже точно есть. Блять, там полиция уже. Салатский рэп. Чао. Батя, это хуёво здесь. Что-то видно даже, господи, Братислава. Вон летит наш дрон. Огнемёт. Фотограф. Экспо этот. И я. Тебе холодно? Нет, холодно, но я чувствую себя хорошо. Короче, на территорию заехал автомобиль рабочий, поэтому нам надо быстренько использовать огнемет. How are you? Not good. Not a little good. Dizzy. Oh, shit. Я не вижу, что такое дно. О, наш дрон. Давай огнемет. И снимай на видео. Она уже снимает. What is it? It's a flamethrower. Yeah, наш дрон, короче, вот наш дрон. Он завис. И с ним нет никакой связи. Петр, давай мы его сожжем. С огнемета дрон. Так, смотрим подножки. Мне нравятся все эти надписи. Come here. Wow. Шатается? It's a little windy. Yeah. Да, он должен вернуться туда, откуда он взлетел. Ну и да, хорошо. Я думаю написать Илон Маску, типа, чувак, ты должен сделать мощнее огнемет. Это херня. Я пошутить хочу просто. Ну так, да. Чуть-чуть. Блин, ветер сейчас будет уносить просто весь огонь. Можно попробовать, но мне нужно, чтобы мне кто-то подал огнемет. Блин, уже куча рабочих внизу. Интересно, это не полиция? Go. Good. What is it? Is that too? You crazy motherfucker! Crazy. What the fuck?
How are you, mate? Good, chill. Beautiful morning. Наша первая локация в Братиславе. Это начало. Как дела? Все хорошо, ты не беспокоишься, все нормально. You work here? Yeah, I work here. Так, я еще немножко дойду. Сейчас съебаю. Ладно. Ну ладно. Глаза слезятся, я ничего не вижу, ядер попадает. А, слезы текут. Я с ним говорю. You from Ukraine, Украина. Okay. Brazil? Может, может, да. Погнали, погнали? Да, погнали, очень быстро. Самый лучший крановщик, который я встречал. Я просто люблю Словакию. Златый. Златый, говорит. Давай. Короче, все рабочие уже собрались и, кажется, нас ждут. А, блин, ну человек 20 тут внизу уже точно есть. Да. Можете попробовать? Да. Я идет и не понял. Да. А теперь супер трюк, мы попробуем убежать. Вряд ли, конечно, получится, но окей. Я думаю, надо сюда переходить и забирать здание. Они на нас смотрят, просто они нас смотрят. Они сейчас возле лестницы нас снизу будут ждать. Так мы выйдем где-то там. Так они будут по-любому. Ну как сделаем, убегаете или нет? Я думаю, да. Я тебе помогу. Не ссы. Если не минор найду, а? Оп, оп. Держишься. Короче, я тебе сейчас подам руку. Или можешь сесть на жопу. Давай. Давай руку. Да. Сейчас. Еще чуть-чуть. Давай на 5 этажей ниже. На оператив. Юра, красавчик, мы просто вышел через окно к полицейским почти. Чувак, нам надо как-то вот на эту сторону. Да, так, сюда. Они, ну мы где-то на 5-6. У
Надо подумать сразу потом, куда бежать. Может, слышишь, внутрь будем лезть? Перебегаем дорогу и туда, вдаль. Чувак, тут же полиция, дебил. Где? Там вон слева полиция. Ух ты, идиот. Вон стоит полиция, ты видел? Почти туда, короче. Она просто спускается, да, и все. Пошарайся тихонько. Ну ладно. Куда сел? Передают по рации. Копы за углом прямо. Фу. Мне кажется, мы не убежим ни хрена. Разминулись с полицией очень близко. И ищем теперь, как отсюда подальше отойти, потому что рабочие по рации передавали друг другу. И охране. Блин. Я стреманул тачки развернуть, я подумал, что это копы. Нормальный такой рассвет. Мы с ними чуть-чуть разминулись. Теперь хотим просто подальше отойти от этой локации. Блин, сейчас такая паранойя, будто я закладки раскидываю тогда. Короче, мы, блядь, на карантине сейчас. То есть нам сейчас вообще желательно с дома не выходить. А мы взяли и залезли на самый высокий кран в Братиславе. Еще и типа приехало два наряда. Все рабочие, блин. На самом деле мы уже прошли карантин, у нас есть тесты, все хорошо. Это Юра шутки шутит. Наша машина приехала. И это не полискар, все хорошо. Добрый день. Добрый. Пока. Полиция ищет нас. Мы будем чилить. Вон кран, на котором мы были. А, вот так. О, господи, как хорошо. И буду смотреть UFC.